Первый раз, когда мы встречаем человека, мы всегда смотрим на его лицо. То есть некоторые говорят, что встречай человека по одежке, а провожай по уму. Я считаю, что нужно смотреть на лицо. Если лицо выглядит здоровым, значит человек заботится о себе. Если есть проблемы на лице, значит человеку просто наплевать на свое здоровье. Это мое высказывание, скажем так, мое мнение. Система состоит из 4 компонентов, можно так сказать, 4 маленьких шага, которые нужно сделать для человека, который хочет побороть проблемы с кожей лица своего. Это пенка, это тонер, это идет сыворотка, концентрат, и последнее это сыворотка. Значит, 4 компонента. Маленькие, небольшие. Я когда первый раз увидела 4 компонента, то есть, ну скажем так, думаю, 150 миллилитров, ну это мало пенки. Это на сколько? На месяц, на 2. Ну хочу сказать, что начали мы свой эксперимент 4 августа, это уже больше месяца. Ну хочу сказать, что еще не заканчивается, то есть его еще там много. Как дочка сказала, говорит, мама, его хватит надолго. Я чуть-чуть предысторию маленькую расскажу, почему я именно начала, скажем так, с этого набора. У меня в свое время была проблемная кожа. Вы не представляете, что это за кошмар, у кого этого не было. Это утром встаешь, высыпание на лице, вечером ложишься, новые точки. Я не говорю о черных точках, я говорю о нарывах. Были нарывы, особенно вот в нижней части лица. Мне говорили, что у тебя кишечник, у тебя неправильные, скажем так, обмен веществ и так далее и тому подобное. То есть это выдавливание, это разные примочки были. Я многое чего использовала. Пока в свое время я не попала к врачу, ну, скажем, по сравнению с тем, что я вижу результат сейчас дочки, это небо и земля, потому что мне пришлось 4 месяца сесть на строжайшую диету. Кофе нельзя, сладкое нельзя, перченое нельзя, соленое нельзя, жирное нельзя, жареное нельзя. Чай только слабый, свежезаваренный, но не в пакетиках, а травянистый, и чтобы он был не крепкий. Это от всего, то есть нужно было отказаться. При этом нужно было каждую неделю, я родом из сельской местности, один раз в неделю я ездила в город, в аптеку, в которой готовили рецепт, так называемую болтушку, и вот этой болтушкой я смазывала утром и вечером лицо. Под солнечные лучи нельзя попадать. Когда еще я начала лечение в марте месяце, то в июне я закончила, уже солнце, это все. Очень тяжело, но у меня еще и после этого было, то есть я и пропила, и многое чего использовала. На сегодня я хочу сказать, что то, что есть в этом наборе, это те 4-5 месяцев, можно даже так сказать, все мои 5 лет, с которыми я мучилась. Женщины знают, что есть еще один такой нюанс, говорят, это подростковый период, выйдешь замуж, все у тебя нормализуется, вышла замуж. Лучше не стало, поверьте, стало еще хуже. Для меня это был кошмар. Я сейчас, когда с дочкой здесь, я вижу, что для нее этого кошмара не будет в скором времени. Табу хаутюйя сердцевидная. Это ну, своеобразное растение, цветок, который очень распространен, но не знаю, многие видели его, многие просто мы не знали. Я когда уже открыла интернет, увидела, это цветок, который имеет 3 цвета. То есть листья в виде сердечка, они бархатные. Ну не знаю, может быть я ошибаюсь, комнатное растение, может у кого-то есть. Зеленый, красный, желтый цвет имеет в виде сердечка. Но оно считается почему-то как сорняк. То есть оно очень тяжело выводится. Значит, это одно растение. Экстракт лопчатки или сама лопчатка тоже всем многим известно.
Ну и всем известная салициловая кислота. Три компонента, самые главные и основные, которые входят в эту систему. Есть еще добавка сюда, одуванчик. Есть еще здесь в этом экстракте мандариновое масло. Значит, запах обалденный при применении всей системы. Это я почувствовала в первый же день, когда дочка зашла в ванную, нанесла все это вот, открыла дверь и пошел мандариново-цветочный запах по всей квартире. Я говорю, это что такое? Она говорит, то, что мы купили. Ты мне привезла, купила, вот я, говорит, и пользуюсь. Значит, первое, что хочу сказать, да, очищает кожу. Новые акне не появляются. Появляются только в том случае, но это самое такое тоже проблемное у нас, когда у нас один раз в месяц проблемные дни наши. Счастливые дни. Кому-то счастливые, а для мужа нет. Значит, так. Значит, стимулирует восстановление кожи. В каком плане? Когда дочка выдавливала раньше вот эти гнойные такие прыщи, кожа, вы знаете, что она повреждается. Остаются маленькие ямочки. То есть она становится неровной. Я заметила, что вот этой неровности, вот этой рыхлости нету. Она начинает исчезать. То есть оно подсушивает, оно вытаскивает. Оно не то, что вытаскивает, оно вытягивает. То есть за вот этот месяц мы просто забыли, что такое сидеть перед зеркалом, выдавливать, протирать тониками разными и так далее и тому подобное. Водно-липидный баланс кожи. Чем мы только не пользовались, я не буду перечислять фирмы, откуда мы что брали, но кожа становилась сухой. Особенно если умываешь и протираешь тоником, кожа у нее подсушилась, и ей нужно было после этого, всегда я покупала ей жирный крем. То есть, чтобы чуть-чуть увлажнить, или скажем так, чтобы не было вот этой сухости, и чешуйки кожи прямо видно было. Сейчас этого я не вижу. То есть, действительно, балансирует водный баланс, вот нету вот этого жирного блеска, нет. Если переживаете, что будет, нету этого. Это не замечают. Мы умылись, как обычно, чуть-чуть, дозатор есть. После этого тонером протерли личико. И один маленький такой нюанс, она концентрат использует с сывороткой. Пару капелек вот именно сыворотки, одну-две, и концентрат выдавливает на лицо. И протирает именно, а уже сам концентрат, именно который находится, самый маленький, как я говорю, вот он, тюбик, он стержень именно выдавливает на сами точки, то есть точки именно прыщи, вот на них наносит чуть-чуть, по чуть-чуть, нельзя много. Потому что это переизбыток. Зачем израсходовать то, что можно в минимальном, как бы, да, в точечном таком, минимальном размере использовать. Мы начинали с 4-го дня. Да? Здесь видно рыхлость. Есть именно вот точки, где она выдавливала. Этого сейчас нет. Мы фотографировали 4-го, 14-го, это обе части, ну тут чуть-чуть смутно так. 24-го это чуть-чуть, скажем так, ну взрыв был у нас в связи с некоторыми нюансами. И вот на 4 сентября я хочу сказать, что кожа на сегодня чистая. Это 9-го делали, то есть пару вышло, вот она наносит точно. На начало, когда мы наносили, я хочу сказать, что вот это все лицо, все эти точки, мы практически было утыкано. То есть сегодня утром, хочу заметить, 9-е, да, пару точек только осталось. За два дня уже этих вот, сколько здесь, 3, 4, 5, 8, уже 4 где-то было и все.
То есть он работает, и я довольна. Она при этом, она кофе пьет, она сладкое каждый день ест, жирные, утром жареный бекончик она себе готовит в колледж. Девочки удивляются, как ты так вот. Она позволяет себе все. То, что было у меня, и то, что я слышала до этого, сколько проблем было, я хочу сказать, что оно действительно эффект, очень огромный эффект. У кого нет проблем, слава Богу, но у кого есть проблемы, я просто-напросто, я советую...